блядь, опаздываю. Жопастенька какая. Блядь, кота забыла поцеловать. Все, давай я на работу. А видно было, что она не кота поцеловала, как бы за котом. Ну, мимо головы, чисто дра... Плохая актриса, плохая. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Что надо делать с плохой актрисой? Наказать ее надо, по попке ей. Ах, каждой чаечке по котику, ребята. В принципе, можно даже и по 40, да? Вот, ничего не вижу плохого в котике. Котики это хорошо. Это мягкая, пушистая, такая теплая мурстанция. Ну, что понятно, ляжете такой, мурчит, как бы прикольно, да? Ребят, вот, только чаечки же тоже повадились, типа там, вот, мужчины, которые там, типа, холостяки, якобы, типа, там, будете там одинокими, кто вам этот стакан воды в старости подаст, типа, а сами какие ролики снимают, да, блин? Кроме кота и поцеловать-то некуда, некуда. Некого, когда на работу собирается. Вот так вот.